Здравствуйте, ребята. Кто смотрел вчерашнее видео, естественно, догадался, о чем сегодня речь пойдет. Естественно, я тоже заволновался так слегка, короче, так сказать. Ну, я не заволновался, а просто, короче, ну, я-то догадывался, в чем может быть дело. Почему такие маленькие скорости, значит, показал. Короче, ребята, у меня стояла самая простейшая манжета. Вот видите, какое литье дурацкое. Вот, видите, да? Вот смотрите, вот эти вот продольные вот эти. Короче, ну, я заливал герметиком вот его. Он, ребята, я вам хочу сказать, что работал отлично. То есть передвигался свободно по цилиндру, по компрессору. И компрессию тоже держал на отлично, короче. Но, ребята, все равно у нас были маленькие скорости. Так вот, смотрите, ребята, я всегда говорю, что чтобы, ребята, найти золотую середину, значит, да, надо сбалансировать свою винтовку. Я имею в виду перепуск сделать, чтобы он не сифонил. Надо компрессию найти, чтобы компрессию держала. И в это же время, ребята, компрессия не за счет того он должен держать, чтобы еле он передвигался, поняли, да? Чтобы он клином там ходил. Нет. Он компрессию, он, короче, должен скользти как можно свободно, ребята. И в это же время должен держать компрессию. Короче, но смотрите сейчас в поворот какой я сделал. Короче, смотрите, ребята. Всегда я вам говорю еще, что для компрессора, да, Эмера 512, значит, самый оптимум, ребята, значит, 115-120, короче, 120 это максимум. Ребята, вот смотрите, я сейчас вам одну вещь скажу. Справа у нас, ребята, значит, от Петрухи манжета, от Петрухи, вот, манжета от Петрухи справа, значит, слева от незнакомого, короче, не знаю, он никак не называется. 120 атмосфер, допустим, ребята, да, для Петрухи будет то, что надо, ребята. А вот 120 атмосфер тоже самих, да, вот для этой манжеты, который передвигается свободно по компрессору, да, будет много, ребята, поняли, да, значит. Значит, для свободного хода 120 перекачка. А для Петрухи, который он передвигается очень-очень туго передвигается, ребята, по компрессору. Потому что у него внешний диаметр, ребята, наверное, когда ставите, замечаете, что в отличие от других манжет, он очень туго ходит. Значит, ходит туго, ребята, значит, ему 115 атмосфер мало, ребята. 120 атмосфер, то, что надо. А вот здесь наоборот, ребята, 115 атмосфер здесь, значит, то, что надо. 120 это много, потому что он и так свободно ходит. Понимаете, да, меня? Значит, сейчас, что мы натворили тут? Значит, ребята, вот здесь пули 0,475 грамма GSB. С расширенными юбками, 3 штуки справа от вас и слева с обычными юбками, значит, я их не трогал, поняли, да? Вот я одну сейчас переверну, даже вот так вот, смотрите, ребята, юбка расширенная, вот обычную поставлю рядом и сравним. Есть, да, разница, ребята, в калибре, в юбках. Короче, ребята, значит, я сегодня поставил, значит, манжету от Петрухи, который передвигается, ребята, потуже. И даже в этом случае, ребята, да,
Вот это самодельное ГП. Короче, он был с самого начала на 127 атмосфер закачан. А сейчас, ребята, понимаете, лето, жара. Я думаю, сейчас будет там, ну, побольше, короче. Скорее всего, побольше, ну никак не меньше. Воздух же там расширяется сейчас, жара туда-сюда, короче. И получается у меня перекачка, ребята. Даже от Петрухи до Манжета не выдало мне хороших скоростей. И я уже догадался, ребята, что у меня стопудово перекачано ГП. Вот, смотрим. Значит, первый оружейник, к тебе обращаюсь, Сергей. Я почему перепуск не ставлю с этой стороной? Вот справа сейчас видно, вот сейчас посмотрим. Вот так, как будто вот край вырезан, как-то неровно. Блин, фокус давай. И я думаю, что он к пуле не примыкается хорошо. Вот сейчас он, вот. Ну это литье, короче. Край, видите, как вот откусан как-то. Это литье. Потому я ставлю перепуск, значит, вот так вот. К пуле, значит, вот эта сторона, вот. С заглублением. Короче говоря, ребята, сейчас отстреляемся пулями без расширенной юбки. Потом уже с расширенной, чтобы доказать, что у нас ГП перекачано. Как минимум на 8 атмосфер. А 8 атмосфер для Эмера, ребята, это очень много. Короче говоря, ребята, больше 120 атмосфер не заказывается ГП. Я отвечаю. Любому отвечу. Больше 120 атмосфер не заказываем ГП. Сейчас вот начнем отстрел. Значит, я сяду на табуреточке. Так, начали. Блин, без приклада. Херово. Еще, ребята, здесь у меня чуть-чуть ведро. Можете обратить внимание, вот. Ну, чуток есть, короче. Хер с ним. Видели, да, ребята? И запоминаем скорости. Короче, по-моему, видос будет интересным. И я думаю, у кого там 170 атмосфер бывает, я слышал, 150. Короче, это все лохотрон, ребята. Я вам всем отвечу, всем отвечаю. Короче, больше 120 атмосфер не заказываем. Еще раз повторюсь, 120 атмосфер идеально идет для Петрухи, у которого внешний диаметр 26 миллиметров. И это, значит, говорит о том, что он требует больше источника энергии, чем который по свободной скользит. Поняли, да? Ребята, сейчас уже начнем с расширенными юбками. Смотрите, он полностью закрыл ведерку нашу. Значит, ребята, эксперимент провожу. Почему? Потому что донести для вас, что перекачка ГП это фигня. И как проверяется, перекачана ли ГП или нет. Сейчас посмотрим.
он должен побольше выдать. Вот, ребята, что и хотел я вам доказать и на деле показать. Поняли, да? ГП у нас очень-очень перекачано, ребята. Очень сильно перекачано. 213.5, 218. Вот такие пироги, ребята. Винтовку кладем рядом. Ребята, значит, я вам сейчас что еще хочу сказать. Если, ребята, показал бы там, допустим, плюс 1, плюс 2, да, это еще терпимо, ребята, но все равно перекачка. Даже если плюс 1 метр будет, чем... Поняли, да, сейчас смысл эксперимента? Короче, вот такие пироги, вот такие дела. Всех уважаю, всех люблю, уважаю, естественно, очень сильно тех, кто, я не знаю, кто по мне скучает, когда меня нету, ну, видосов, короче, когда нет. И вот такие пироги. Короче, ребята, по-моему, поняли, да, насчет... И из-за чего я сегодня побеспокоился и вас побеспокоил, и сам вот на такой жаре тут экспериментирую. Вот так вот. Ну все, ребята, будем живы и здоровы, еще раз встретимся, естественно. Давайте, все, пока-пока, всем пока, всех благ вам, ребята.